IT-сфера может стать одним из приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и Японии. Об этом заявил советник посла Японии в Беларуси Мори Тадаацу. В стране восходящего солнца есть интерес к нашим цифровым разработкам, готовы инвестировать и создавать совместные проекты. Посольство Японии в Беларуси может стать платформой для налаживания таких связей. Цифры пока еще как очень скромные состояния между нашими странами, но мы видим очень большой потенциал. В этом году продолжают визиты японских высокопоставленных лиц, а также бизнесменов. И сейчас действительно мы чувствуем, как-то появляется большой интерес с японской стороны к Беларуси. Беларусь поставляет Японии колейные удобрения, оборудование для радиационного контроля и медицинское стекловолокно, устройство на жидких кристаллах и лазеры.